И всем привет, дорогие друзья! С вами канал Black Horror, и мы продолжаем играть в Bloodborne. И сейчас я не хочу отправляться туда наверх, в часовню Дион. Потому что я думаю, если мы пойдем по центру, ну, где был этот еще пару врагов было, которые... Ну, стреляли в нас. Но при этом не убили. Я думаю, они все равно приведут нам к тому, что нужно вниз прыгать. А я не хочу этого делать. Хотя бы не хочу пока что делать. Давайте, там, не знаю, отголоски крови потратим как-нибудь до нуля. Ну, хотя бы там, чтоб осталось только, что не жалко было их терять. Потом, если что, спустимся. Я не знаю, по записи написано «падением волшебство». Возможно, если там куда-то именно упасть, ты как-то, наверное, можешь выжить. Я так думаю. Но я этого точно не знаю, и пробовать я этого не хочу. Так что пока что предлагаю лучше пройтись по другим местам тут, которые мы еще не обошли. Это здесь, конечно же. Так, можно пойти сюда, ворон убить. Чтобы они не наглели, если что. Так, что там внизу? Хрен его знает, сейчас узнай. Так. Спускаемся вниз. Угу. Кто там бегает? Так, тут у нас, походу, будет один противник. С электричеством почему-то. У которого щит есть, кстати. И очень... Какое-то оружие крутое, электрическое при том. А прикиньте, если это от него выпадает, это электрическая штука, которую с боссом можно очень хорошо использовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Так, нет. Сильные удары не нужно применять теперь. Ух ты! Дамажит чуточек. Там кто-то мне мешает. Твою мать, второй такой же пришел. Ну, отлично теперь. Как он жив? Это уже типа охотников, да, каких-то? Или что? Или это обычные враги такие? Просто они, ну, жесткие. У него, блин, пушка, смотрите, какая. Так, короче, мне он не нравится. Давайте попробуем его... Так. Вообще, капец, как он мне не нравится. Капец, он уворачивается от наших ударов. Как мне его застопорить? Так, все-таки давайте. Где? Охренеть, у него оружие крутое, я тоже такое хочу. Так. Охренеть. У нас еще и чуть нет. Так. Мне он уже надоедает. Я к нему не могу подойти просто. А подхожу, он меня начинает дамажить очень хорошо. Вот. Как у него так... Знаете, там тоже какой-то... Как эта пушка продавалась за 3000. Если она так же умеет стрелять, еще так же дамажить, почему бы ее не купить, а? Вопрос. Охренеть. Но это как-то... Это будет сложно, действительно. Я не могу так уничтожить. Он какой-то... Уже думаю, что делать. Так, огненную бумагу. Зачем? 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 А что делать? Не знаю, давайте оружие другое возьмем. Хотя молот это... Так, давайте для начала убежим от него. Подождите-ка, тут что-то валялось, что-то. О! Все-таки да, против того босса еще и
Наверное, молния помогла, и мы знаем, где ее можно было взять. Давайте трость попробуем уничтожить. Не знаю, я уже не знаю, как что делать. Так. Я тоже тебе могу стрелять. Я не могу так дамажить, как ты мне дамажишь. Чё, тебе тоже нехорошо? А, у меня пуля закончилась. Тихо. Так, ладно, давайте тогда как-нибудь тоже будем пробовать, не знаю, что-нибудь делать. Кувырки делать тоже, рывки точнее. Потом подойдем такие... Ой, и он нас заденет. Проблема в том, что у меня уже заканчиваются эти ОЗ. Да, он бы нас давно убил, если бы пытался отпарировать. Потому что стопорит у нас это однозначно уже. Давайте, знаете что, возьмем факелом, будем его... Да. Ты меня, знаешь, как-то устрашаешь уже. Это вообще капец, какой-то ужас. Блин, что-то как-то с алебардой обычным ударом получилось его бить. Знаете, он как бы был несложный, он просто какой-то резкий, от этого раздражает уже. Ладно. Че? Че сейчас было? Голосови нас. С вами все нормально? Ладно. У меня, кстати, нету ОЗ. Помешал бы восстановить. Могу просто вернуться. Так, ну-ка. Какие-то ненормальные живут. Ладно. Не знаю, есть смысл идти дальше, если у меня ОЗ нету. А, что здесь написано? Так, что-то, как я полагаю, здесь что-то будет валяться, нет? Нет. Пашка, а может потайный ход какой-нибудь, нет? Хрен знает, что здесь? Специальные предметы, от них тут воняет. Голосовый мозг. Мушкетон, мерзость какая-то. Ну да, а есть такое. Так, что тут у нас? Может, ведро это можно уронить? Нет. Так, могу вниз пойти, да? Ну да, могу куда-то туда пойти, завернуть. Стреляй. Воу-воу-воу-воу. Ты кто? Воу-воу-воу-воу-воу! Я не понимаю значения, знаете, этих слов. Стреляя издалека, от них тут воняет. В каком плане воняет? Я уже думаю, что-то я не знаю. Все вроде обычный. Справились.
все. О, отголосок крови. Так. Если я могу куда-то. О, что здесь? Ух ты, как хорошо. Ух. Странное место ведет. Кстати, здание здесь просто громадное, прям вообще. Кстати, это хорошо, что я здесь решил обойти. Как можно заметить, они сверху бы стреляли в меня. И мне бы не подойти к ним ни черта. Ртуц. Так, стоп, я сюда спустился, а путь назад есть? Я чуть не вижу. Пути назад нет. Ладно. О, капец. Я бы назад все равно ушел. У меня нету жизни. Он ко мне идет все равно. Ой-ой-ой, что-то он разогнался. Давай, делай свой удар. Хрень. Ух ты, тихо. Ладно. Я вас понял, я вас прекрасно. Я... Ух ты, он меня убил, что ли? Как он так резко ко мне подошел? Блин, сволочь. Ладно, мне нужно вернуть мои отголоски крови. Их аж 20 тысяч. Для этого мне нужно не умереть и спокойно до туда дойти. Вот этих двух, так сказать, охотников, я не знаю, мобов хорошо сражающихся, их не будет уже, я так думаю. Ну да, я в этом уверен. Кстати, еще нужно вниз там спуститься все-таки. Я не могу понять, там тоже был какой-то путь или нет? Причем, когда я спрыгнул, назад пути уже не было. Хрен его знает, короче, уже. Я прям в тупике, конечно. Да, слов нет. О, кто-то умер на моих глазах. Да, я сразу сражался с этим боссом. Он, верно, сложноватый так все-таки, да? Вообще, в принципе, да, если действительно не использовать никакой огонь против него, он все равно будет, наверное, сложноватым. Я бы хотел это, кстати, убрать. На чем оно? Ой. Я про тебя и забыл. Тихо, подожди, ты где там? Вот он ты. Ну что, жизнь восстанавливает или мне показалось? Надеюсь, нет. Ух ты, ё-моё. Здравствуй. Почему он так у меня мерцает? И что это он в меня кидает такой, не могу понять. Что она делает со мной? Колокол. Так, ладно. Бежим лучше дальше. Можем его запринять. Чтоб было наверняка. Я могу еще сюда спрыгнуть. О, почему бы и нет? Там он что-то валяется. Бешено холодная кровь. Не 7 штук их, а, наверное, 7 уровня, что-то такое подобие, я не знаю. Отлично. Ай, блин, я думал, двойная попадется тебе. Куда это иду? А, все-таки проход назад есть, да? Я, наверное, его просто не заметил. Такая пещерка. Так, ладно, давайте поверху пойдем. Так будет проще для нас. Так, ой. Вот он. Призрак. Так, вон она, о чем идет речь. Ничего себе, он мне задамажил. Капец. Ой, ты ужас, а. Ничего себе он дамажит. Я даже такого не замечал. Я первый раз, когда его бил, он, наверное, просто по мне не попадал. Я что, просрал тебе 20 тысяч? Ай. Или нет? Я не знаю, как это здесь работает, система. Я пока что... хотя нет, я вроде не первый раз так. У меня получается, что... Я умираю так по второму кругу, да? Хотя, наверное, все уже. 20 тысяч можно не видать. Про них можно просто забыть.
Ну, блин, мне их теперь жалко. Мог уровень прокачать. О, что это такое? Так, это что-то новенькое. Какой еще нафиг CGI ролик? Это очень странно, если честно. Что происходит? Если честно, я еще в шоковом состоянии, потому что я действительно не понимаю, что происходит. Вот он я. Что? Где я нахожусь? Безумцы, без продуху, вершают тайные ритуалы, пытаясь притянуть Луну, раскрой их секрет. Чё за бред? Где я нахожусь? Ладно. Такая музыка ещё играет. Что-то мне страшно, знаете ли. О-о-о-о-о. Какие ты? Ядрить Мадрид, куда он ушел? Ой-ой-ой. Походу, знаете, это когда именно вот эта сволочь меня убивает, я, наверное, куда-то попадаю. Возможно. Но я не знаю, где и как мне куда выбрать. Столько путей уже, я... Где я? Давайте куда-нибудь сюда пойдем. Мне же сюда куда-то можно еще идти. Там не хочу туда. Хотя... Здесь что, лучше, что ли? О, милостные боги, помогите мне. Во имя церкви, исцеление, освободите нас от этого кошмарного сна. Ах, ваша одежда. Церковь исцеления. Вы пришли спасти меня, ах? Нет слов, чтобы выразить мое облегчение. Хотя бы возьмите это. Такому уважаемому представителю церкви это наверняка понравится. Ах, спасибо вам большое, славные боги. Я к ней обратился просто в одежде. Спасибо вам большое. Какой-то грубый верзила похитил меня на улице соборного округа и заточил здесь. Тут были и другие, но их забрали. С тех пор я слышу стоны где-то там, в отдалении. В отдалении. Так, сегодня ночью начинается охота? Значит, на улицах будет опасно? Все двери будут наглухо закрыты? Может, это не мое дело, но я хочу спросить. Вы не знаете, куда я могу теперь податься? Да, часовня Юна. О, спасибо большое. Я немедленно отправлюсь туда. Пусть удача сопутствует вам в охоте. Добрый охотник. Короче, я маленько в шоке. Я, наверное, настолько же в шоке, насколько это женщина. Я не знаю. Так, ну чё, я сходил туда, в принципе. Давайте теперь куда-то сюда, я не знаю, куда мне идти. Я вообще ничего не знаю, я просто тут... Ой, ты меня напугал. 20 тысяч ещё недавно... Какого хрена ты... Кто такая? Камешек. Ой, ты тут не одна? Опять камешек. Ртутные пули. О, вы встанете же. Я прав? Ну да, вы атаковать меня то что. Пузырек всего лишь. Я вообще вхожу тут в шоке в полном. 20 тысяч срал. Это большая сумма. Открывается с другой стороны. Пока что для меня это большая сумма, но я с ней смеюсь. Это из-за тебя, блин!
Так, тихо. Ой, я не могу уйти от вас, подожди. Отвяжись. Ух ты, ну нахрен тебе. Так, все, я ухожу от вас. Вы какие-то слишком сильные. Ой. Ух ты, он меня убил. Да что за хрень происходит? И где я теперь окажусь? Нет, с этими парнями связываться не надо. Интересно, это именно когда они меня убивают? Они именно убивают меня, я буду сейчас оказываться здесь. Сам не знаю где. И, наверное, опять здесь окажусь, блин. Это меня просто вдруг уже прям... У меня и горе, и... непонимание происходит одновременно. Да, я снова здесь. Добрая кровь укажет охоту. Да какая нахрен добрая, блин. Так, не туда иду. Тут само нечто, блин, убивает меня без конца. Давайте уже не пойдем в ту сторону, где эти бабуськи были. Давайте теперь наверх пойдем. Точно. Во, хоть ты меня обрадовал. Даже после этого 20 тысяч слишком уже не жалко. Давайте, пока он тут один, думаю, с ним можно будет справиться. Я надеюсь. Вообще, в принципе, он так-то... Знаете, если он по нам попадать не будет, то он легкий. Его убивать несложно. О, ни хрена себе. Здесь у нас находится лампа. Что это? Ночные ритуалы алчу дитя крови. Найди ребенка и прерви его истошные эти вопли. Так. Опять же, с другой стороны открывается. Не, в принципе, я уже могу вернуться обратно, если что. Но все равно... Он, кстати, здесь без конца будет появляться. Ой. Ух ты. Ты. Ух ты, да ну нахрен, опять он меня убил. Короче, это прям боль. Это серьезно боль. Боль, я не знаю. Я... Боссы, блин, легкие, чем это, эти твари, черт возьми. Ой, что это за твари такие? Почему они настолько сложные? Короче, я подойду к этой лампе и нахрен уйду из этого места. Мне здесь делать нечего. Оно полно боли, полно разочарования. О, давайте лучше вернемся к себе в сон и там... Активируем все эти, которые я подобрал, отголоски крови, чтобы у меня их было много, и я прокачаю лучше себя. Я хочу себе ловкость прокачать там, что ли. Да, он, кстати, каждый раз будет здесь появляться. А хотя я и того убью, чтобы просто хотя бы посмотреть, что там валяется. Так, иди-ка ты нахрен. Честное слово. А, кстати, за него довольно-таки много... Ух ты, у него еще два... Все, вот после этого я действительно уже перестаю жалеть о потере своих 20 тысяч. Я уже так прокачаться хорошо могу. Так. Ух ты, ё-моё. Чё-то как-то вообще ужас. Как-то не очень много дамажу. Я хочу назад. Активирую. Ну да, 1000, в принципе, это даже много.
так-то. И от них очень хорошие падают вещи. Очень хорошие. Так, давайте подберем, что здесь. Луна. Что это такое? Я понимаю, что это уже... Приобретайте больше... Как ее использовать? Где ее использовать? Тайный символ Кэрилла, мастера по рунам из Бюргенверта. Транскрипция слова «Луна», как его произносят великие, обитающие в кошмаре, добудьте больше отголосков крови. Великие, которые обитают в кошмаре, благожелательны по природе и часто откликаются, если их призвать на помощь. Я все равно ничего не понимаю. Тайный символ Кэрилла, мастера по рунам из Бюргенверта. Несколько рун, включая причащение, относятся к крови, что увеличивает максимальное количество пузырьков крови, которые можно переносить с собой. Эта руна принадлежит церковь исцеления и ее служителей. Кровослужение – это, конечно же, стремление к причащению. Блин, мне так интересно. Ой-ой-ой, что ты меня... Что она делает? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Иди-ка ты нахрен! Я живой. Я живой! Пославьте солнце, я живой. Где ты нахрен? Я не знаю, что это за место, но оно очень страшно. Знаете, в принципе, я просто каждый раз телепортироваться в это место и убивать этих... эту старушку, этих двоих наглецов. Можно уже и вернуть себе 20 тысяч, быстренько, так сказать. О, высшее существо. Кто и где это ходит? О, свинья. Ну ни хрена себе. Сказал я себе. Ой. Давайте уничтожим эту свинью. Что, сложно, что ли? Какого нахрен хрен? Ой, она рядом, она рядом. Она рядом, твою мать! Какого хрена? Она еще и за мной побежала. Ах ты! Так, все. Ух, что-то мне как-то хреново стало. Тут и свинья, блин, что-то какая-то суровая. Так, где ты? О? Ух ты, аж 3000. Не, ну это уже какие-то прям вообще. У меня уже бум-бум, так сердце стучит, аж такой паники. Че вообще я здесь гуляю? Я уйти отсюда хочу. Здесь страшно. А я иду, мне интересно. Я даже не могу понять, в каком это месте, там какие-то ворота. Ой, здесь даже музыка такая играет, страшно. Луна. Вообще, если по зданиям примерно ориентироваться, я все равно... А, или могу понять приблизительно, где... Короче, нахрен, все, ухожу отсюда. Не хочу здесь находиться, здесь очень страшно. Очень. Фух, все, возвращаемся в зону охотника. Здесь мне делать нечего. Ой... Ну, это место можно зачистить как-нибудь. Мне кажется, в Bloodborne есть же такая же штука, как и в Dark Souls 2. Когда ты можешь просто без конца появляться здесь и убивать, убивать, убивать и убивать. Они же пропадут со временем. Фарм. Так, я желаю распределить отголоски крови, значит. Не, подожди, я пока этого не хочу делать. Я хочу хотя бы по той причине, что я многого сейчас не понимаю. Во-первых... Да что такое, может... Все равно не могу его использовать. Так, может быть, как-то... Что это за штуки и как мне их использовать, я не могу понять. Вот эти. Вообще не могу понять. Одна дает мне то, что я буду получать, блин, больше отголосков крови. Не понимаю, зачем этот сундук здесь. Склад. Ё-моё. Где мне её применить нужно?
А так для интереса продать их могу? Могу, и они стоят очень дешево. Я этого, конечно, делать не буду. Вот это надо бы как-нибудь приобрести, если оно так же будет хорошо стрелять. Ну так, что за... Ё-моё, где мне применить? Это очень интересно. Там закрыто. Вообще не могу понять, где мне её применять. Ладно. Very well. Ой, подожди, пока все равно не надо. Я этот не применил. Вот. 1800, а другой сколько? У меня две штуки. О, 4000. Все, у меня их больше нет. Да, у меня их больше нет. Так, поговорить. Welcome home. What is it? Я хочу прокачать. Ой, подожди, прокачивать. Опять же, нет. Я уже хожу тут и надоедаю. Так, я хочу прокачать оружие, блин. Вон, давайте вот это прокачаем. Раз. Два. О, что еще дальше можно прокачивать? Да, требует аж 8 штук этих одинаковых отголосков крови. Но я уже прокачал до плюс 5. Разница, надеюсь, будет. Так, давайте вот это прокачаем еще. И все. А нет, подожди, у меня они еще остаются. А здесь он уже требует 2 одинаковых. Ну так, что, если что, пистолет прокачал. Ну давайте, я не знаю, трость можно прокачать сразу до плюс 3. Чего бы и нет. Можно пилу, топор. Мне осталось их 6 штук, да? Ну, не знаю, как можно распределить. Давайте дальше пилу, топор. Все. Я стоп. Ну да, все. Так, по кровавым самоцветам уже все там. Так, по поводу починить. Ну что, починить, ничего чинить не надо. Поднимайтесь на часовню, где он. Так, теперь что? А вот теперь можно прокачать пойти уровень. Кстати, сколько у нас там уже? Или это не здесь нужно смотреть? О, физическая атака 143 плюс 43. Вроде бы хорошая, мне кажется, уже. Welcome home. What is it? Я желаю распределить well, отголоски крови. Давай. Жизненную силу, значит, раз. Подожди-ка, стоп. Я бы, знаете, что бы я лучше хотел? Вот. Стойкость. Выносливость хочу больше. О. А это только на... Сколько? 8000 ты требуешь, чтобы стать 37-м? Ну, вообще ужас. Надо теперь стойкость еще до 20 прокачать, думаю. А то что-то как-то это, перекатываться, чтобы больше можно было. И так далее. Ну да ладно, давайте над этим эту серию закончим и продолжим в следующей серии, соответственно. А пока что, с вами был канал Black Horror. Всем спасибо за просмотр. И всем удачи. Всем пока.